Следственным отделом по Волжскому району города Саратов регионального следственного управления Следственного комитета России с учетом собранных по уголовному делу доказательств уроженцам иностранного государства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хулиганство, совершенное с применением насилия, совершенное группой лиц. Как сообщалось ранее, 12 июня 2024 года обвиняемый, находясь на территории парка «Изумрудный» в городе Саратове, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, применили физическую силу к 15-летней девушке, с которой у их сына ранее произошел конфликт. В результате противоправных действий девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается медицинская помощь. Следовательно, Следственного комитета мужчина задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. В суд направлено ходатайство об исправлении меры пресечения. В отношении женщины избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Следователями по уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Людмила Кузнецова.